И сегодня мы играем Poppy Playtime 2. Наконец-таки. Я вам скажу в конце видео, так нужно эту игрушку скачать. Начинаем играть. Так. Короче, сейчас будем заходить на сер. Этот Poppy Playtime. Вот, загрузка уже идет. Так. Давай побыстрее. А чуть не будет быстрее, я не смогу долго видео снимать. Так, он хоть бы быстро загружается. А вот. Смотрите, ребята, я здесь. Poppy Playtime. Все, мы идем вот искать. Так, я знаю, где сюда надо идти. Вот. А следующее видео то хочет DSM Poppy Playtime 2 поставить лайк. А мы продолжаем. Так, опа. А, жена же была лестница. Вот. Я сейчас перенесу лестницу. А, нет. Может, надо двух рукой. Так. Ладно. Так, давайте ручку сюда потянем. Опа! Ой-ой-ой. Так. Надо второй раз подпрыгнуть. Так. И опа! Вот, все, ребята, мы запрыгнули. Так. Такие интересные, что она будет. Ладно. Надо бочки подвинуть. Как мы под... А, вот, все, подвинули. Так, забираем ключик. Так, забрали. Где? Где наш ключик? Вот он. Так, выходим. А, извините. Так, выходим на крестик. Эта игра так без интернета. А чем мы сможем? Я вижу без этого интернета. Но я не знаю. Так. Сейчас откроем дверьку. Вот. Так. А, так, забираем тайки. Как его нужно забирать? Так. Ну я, конечно, не знаю, так это... Как? Смотрите, я пытаюсь. Может, не самому это? Может, так? Как? Как это пить? А вы знаете, так и пить, так и пить? Так. Может, кассету надо послушать? Так. Так, это не... Так, я же могу это нести. Так, а так? Как? А, вот, всё, понял. О, вот, почти аквариум. Вот и себе. Так. Так. Вот, открыли. Так тяжело открывать эту дверь, понимаете? Вот, Poppy. А, вот она сама. Hello.
Hello. I was just trying to get the power back on. Дайся, мам. Ай. Это понятно. А так. Я не знаю. А чё? Вот это так. Так. Надо эту коробку убрать. Вот прям. Куча уже блогеров, а эту игру снимали. Еще не знаю, я смогу или нет. Так. Так, подождите. Я хочу по-другому сделать. Понимаете, да, эта игра тяжелая. Потому что это уже следующие. А самим я ее перерасываю. Вот, все. Смогли все сделать. Thank you for freeing me. Uh-huh. I was stuck in there for so long. Могу. О, хотя бы коробку могу. Ладно. Так, надо лезть наверх. Ну я твои правила могу слушать? Этим бонзом. Так. А как залезть? А ты знаешь, что такое залезть? Поппи! Помоги мне, короче. Я не могу. Да, не могу. Конечно. Как залезать? О! Как? Ладно. Мне только не дает. Но мне не дает, короче, залезть наверх. Ладно, ребята, вы подождите. Ребята, мы продолжаем, я уже еле-еле залезал сюда. Только не всякие запрыгну. Все, я эту штуку не хочу проходить. А мне уже не важно. Вот, все. Уже начинаем первую атаку. Так. Опа, вот с первой попытки. Вы дали? Так, открываем дверку. Вот она. Ее сейчас рука скосит. Реально! Рука скосила, полетели. Уи! А что труба другая? Ладно, мы не это... Ладно, хорошо. Так, а мы такой... мы же на самой первой. А, ну да, на первой. Так, что нас первое встречает, мы уже знаем. Так. Я помню. Так, сотыся. Сотыся. А, так нельзя. Я понял. Я это понял, ребята. Я понял. Смотрите, мы это захватываем. Так. Смотрите. Смотрите, все. Закрылся. Все. Так легко. А я так что, раньше не могу? Вот, видите, нам эта труба помогла. Все. Все.
все. И те наши вот так, смотрите, подходим. Все заломано. Ладно, так обычно. Смотрите, делаем по старинке. Берем грэпака. Вот так все делаем. Смотрите. Только это у нас туба защищает. Обходим. Так, это тоже завязываем. И смотрите, запрыгиваем сюда. И просто сюда стреляем. Вот, так легко было. Так, о, сейчас. Вот это наша мамочка, которая будет сейчас на месте. Я уже знаю. Ты мне руку оторвала. Да я понимаю, для себя если три игры надо проходить. Что, на скотче разорвать на части? Ну! Не-не-не, сегодня, пожалуйста, не надо. Я выпишусь из этой. Классно, а мне нет. Пойми, опусти Поппи. Я хочу свалить на этом поезде. Да я уже понимаю твои слова. Подойди. Попробуй подойти по ничам. Дам. Вот правильно сваливай. А ну-ка. Вот. Гусеницы. А, вот мог. А это там забанит. Так. Ручку дернем. Конечно, ручку дернем. Ладно. Вот, первое. Понял. Так. Нам надо первую. Свались на поезде, а нам надо зеленый лучок. Я недоволен. Нам бонзу. Только не это. О, Саси, смотри, что ты за ты. Ладно, она не открывается. Лена? Ладно, я, короче, пошел. Я дальше что будет во второй голове? Которую мы всегда знали ее. А где мы? Вы потерялись. А, вот туда надо. Как? А как туда идти? А, вот все, идем. О. Зеленая перчаточка будет. Так, мы уже сразу понимаем, надо нам пробу починить. Так.
как. А, надо ключи фонарик. А что это будет, я думаю. Вот. А, вот сейчас все. Быстро, поаккуратненько. А, ну что же это вот. Все, первое активируем. Давай. Так быстро. Ладно, так быстро, хорошо. Ладно. Все. И перчатки. Сейчас краска и краска. А, да, краска. Вот сейчас краску надо, я так понимаю. Взять. Ладно. Так, что должны делать? Не хватает краски. Значит, здесь открывается дверь. Вот, я правда открывается дверь. Ладно. Ладно, сейчас продолжаем. Так, конечно, за краской. Сейчас подберем желтую перчатку. Так. Ой-ой-ой. Ладно, перчатку не будем забирать. Я не собираюсь эту желтую брать. Зачем мне эти награды? За них ничего не будет. Даже пару рублей. Точнее, рублей не будет. За них. Сейчас. Вот. Ну, я не понял, что это за зеленое. Но это правда краска или какая-то непонятность? Ладно, краска уже хватает. Все. Окей, надо раздавать. Перчатка будет. А зачем нам и одной нити? Что, нам пару рук надо, ладно. Я не хочу пару рук. Так, ну давайте активируем зеленую перчатку. Зеленая, вау! А, надо это. Банзу. Не банзу, бань, пожалуйста. А! Так, не играть. Что с игрой? Ладно, ребята, я не знаю, что происходит. Мне кажется, интернет просто не работает. Ну, реально, ребята, не работает интернет. Чуть все нормально. Просто интернет не работает. Вот я должен, потому что я зашел в другую комнату. Все. Фух.
А что, все нормально? Вот, наконец-таки. Только меня вам забанили. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive Ладно. Recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Good luck, да. Попа плейтайм. Все рады эту игру видеть? Я нет. Нет. Я понял, а куда она? Я прав. Я не есть не хочу. Нет. Елю? А, точно. Так. Так. Ладно. Ладно, ребята, вы подождите, когда я это пройду. Ну что ж, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, Натанель. Я сейчас вам покажу, так ножа скачать по камеру. Да, я сейчас так захраняем карточку. Все, пока, игра. Так, короче, показываю. Скачиваем это приложение. Заходим здесь. Нас вот нажимаем. Смотрите, я здесь и нажимаем самый на этот игры. И здесь нам выдает такое. Есть GTA, все любое. А ладно, с вами был я, Натанель. Ждите следующую часть Poppy Playtime. А с вами я был я, Натанель. И всем пакеты, чуки.